порезал и избил. В Мангистауской области мужчина напал на свою беременную супругу с ножом на глазах у прохожих. Видео жестокого обращения распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, что недалеко от нападавшего стоит полицейская машина. Здесь же находятся другие очевидцы, но никто из них не решился помешать вооруженному злоумышленнику. В департаменте полиции возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. А по отношению к полицейским, которые бездействовали во время нападения, проведут служебное расследование. По факту нанесения ножевого ранения своей супруге подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Потерпевшая находится в медицинском учреждении. Относительно действий сотрудников полиции проводится проверка. По результатам будет дана правовая оценка. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Потерпевшая 2000 года рождения попала в реанимацию. Будущая мать перенесла несколько операций и сейчас находится под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как тяжелое, сообщили врачи. Мощный колотобедренная рана, геморрагический шок первой степени. Состояние на данный момент, то есть на вторые сутки, пока остается тяжелым. На данный момент в сознании контактно, адекватно, гемодинамика стабильна.